Организацию выборов президента страны, которые пройдут в марте этого года, обсудили на очередном заседании избирательной комиссии Чувашской республики. На предстоящих выборах проголосовать можно будет как в традиционном формате, так и не выходя из дома. Члены комиссии утвердили график работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений о включении избирателя в список по месту нахождения. Речь идет о механизме «мобильный избиратель». Так, у жителей региона, которые вне голосования не смогут прийти на свой участок, есть возможность прикрепиться к любому другому. Для населенных пунктов с затрудненным транспортным передвижением будет организовано выездное голосование. К тому же для удобства в республике появится 9 временных избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, 7 в медучреждениях и 2 в следственных изоляторах. Кстати, отдать свой голос можно будет и онлайн, через портал дистанционного электронного голосования. ДЭК – это возможность проголосовать с помощью своего мобильного телефона, планшета, персонального компьютера с использованием специального программного обеспечения без использования бумажного бюллетеня. Я хотел бы заметить, что данный способ голосования наглядно показал свою востребованность в ходе выборов в единый день голосования в 2023 году и в ходе проведения общероссийской тренировки в рамках подготовки проведения выборов президента Российской Федерации в марте 2024 года.